Здравствуйте! Приветствую вас на своем канале. Сегодня вяжу шапку крючком лично для себя, оригинальным узором. На YouTube уже есть мастер-класс по подобной шапке, а это моя версия. Узор пригодится и для шарфа. Я планирую этим узором сделать еще варежки. Нитки взяла полушерсть в 100 граммах 250 метров, крючок номер 3,5. Количество начальной цепочки воздушных петель 36, петель в работе у нас будет 33. Для своей шапки я набрала цепочку из воздушных петель. Всего у меня получилось петель 36. Это 33 петли плюс 3 петли подъема. Первый ряд. Будем вязать столбики с накидом в каждую петлю основания. Всего у нас будет в работе 33 петли. Соответственно, для макушки мы сделаем так. Провяжем 30 столбиков с накидом и 3 столбика без накида. Переходим ко второму ряду, делаем одну воздушную петлю подъема, теперь провяжем 3 столбика без накида и далее у нас остается 30 столбиков с накидом. Вот эти столбики, 30 штук, мы провяжем рельефными изнаночными столбиками. Третий ряд. Делаем 3 воздушные петли подъема и провяжем столбики с одним накидом в каждую петлю основания. У нас будет 30 столбиков с накидом и 3 столбика без накида. Всего 33.
прежде чем провязать 3 столбика без накида в этом ряду, я буду пересчитывать столбики с накидом, чтобы мне не потерять петли. Напомню, всего в работе у нас 33 столбика. Четвертый ряд. Это будет первый ряд наших листочков. Вяжем воздушную петлю подъема, провяжем 3 столбика без накида. Раз, два, три. 3 столбика с накидом, 6 воздушных петель. Провязали. Оставляю эту цепочку, возвращаюсь назад и в первый столбик буду зацеплять эту петлю, чтобы образовалась арка. И вот в эту арку мы провязываем столбик без накида, полустолбик и 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь в следующую петлю основания мы провязываем 3 столбика с накидом. Опять 6 воздушных петель. 2, 3, 4, 5, 6. Провязали. Оставляем эту цепочку и считаем назад столбики с накидом наши. В шестой прикрепляться будем и образовывать арку. В шестой столбик зацепляем цепочку. Образуется арка. И в эту арку провязываем столбик без накида, полустолбик и 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. И так у нас до конца ряда будет продолжаться. Вот такие вот лепесточки, такие листочки мы будем вывязывать. Всего у нас получается 10 листиков. Thank you.
переходим к следующему ряду, поворачиваем вязание, и теперь нам надо, вот у нас видно здесь по 3 столбика группы из 3 столбиков, вот провязываем первую группу 3 столбика с накидом, следующую группу 3 столбика с накидом. Вот у нас получилось, что мы провязали 6 столбиков с накидом. Делаем 6 воздушных петель цепочки. Цепочку я эту оставляю. А теперь возвращаюсь, отгибаю наш листочек. Ну, нам надо прикрепиться в серединку. Отгибаю листочек, отсчитываю 6 столбиков и в 6 столбик прикрепляю эту цепочку, образуя арку. И в эту арку мы также провязываем столбик без накида, полустолбик и 5 столбиков с накидом. Так мы будем вязать до конца ряда. Не забудьте, в конце ряда у нас не столбики с накидом, а столбики без накида. То есть всего у нас в работе 30 столбиков с накидом и 3 столбика без накида. Здесь также в этом ряду у нас будет 10 листочков.
Вот мы провязали нашу веточку, нашу косичку. Поворачиваем вязание. Переходим к следующему ряду. Делаем к следующему ряду. Делаем воздушную петлю подъема. Провязываем 3 столбика без накида. Эти, напоминаю, 3 столбика без накида – это для сужения макушки. И далее нам останется в этом ряду провязать еще 30 столбиков с накидом. Мне вот удобно очень ориентироваться на группы из 3 столбиков. То есть я вяжу 3, 3, 3, 3. И так вот 10 раз. Напомню. В этом ряду мы провязываем с самого начала ряда 3 столбика без накида и потом провязываем 30 столбиков с накидом. Следующий ряд. Делаем 3 воздушные петли подъема, провязываем 30 столбиков с накидом и 3 столбика без накида. Следующий ряд у нас идут рельефные изнаночные столбики, но в начале ряда мы провязываем неизменные наши столбики без накида, их 3 штуки, и затем у нас 30 рельефных столбиков изнаночных.
и повторяем наше вязание, переходим к вязанию следующего клина.